привет! С вами снова Виолетта Маур или просто Ви. И сегодня на моем канале мы разберем зимний гардероб, но не лично мой, а гардероб в магазинах. Мы совместно с моим дорогим другом походим по Манго, Страдивариус, Сезаре и на мой вкус выберем зимние луки. А потом мнение стилиста возьмем, который скажет, что же в тренде этой зимой. То есть я выберу то, что я люблю, а стилист меня просто разберет и скажет, это не то, я просто уверена, но может быть и нет. Так что, если вам интересно, оставайтесь на моем канале, а мы поехали! На самом деле, как только я пришла и начала снимать это видео, я подумала, почему вообще я снимаю видео в летнем платье. И я подошла вот этим к свитерам и поняла, что нужно образ сделать более зимним. На самом деле, этот цвет, как мне кажется, он подходит не всем, но если вы темненькая, да, брюнеточка, то будет супер гуд. Если блондиночка, нужно еще подумать. Вообще, раньше я не любила свитера, которые вот такие вот объемные, да, к примеру. Такое. Не, ну я бы такое тоже не надела. Это слишком яркое. Но фишка в том, что как раз-таки, когда мне нравится в обтяжку, в моде что-то такое широкое, да? Когда мне нравится что-то широкое, в моде в обтяжку. Допустим, вот эта куртка. Я ее сразу увидела и сразу ее померила. Со стороны она смотрится, как будто бы просто картошный мешок. Но на самом деле мы можем сейчас ее померить. Я вам скажу, что зимой лучше выбрать что-то практичное, в котором будет комфортно и удобно. Я бы выбрала лично такой образ. Хотя кого я обманываю? Я всегда надеваю каблуки, всегда надеваю колготки и платье, и то, в чем неудобно, зато красиво. Но, кстати, что бы выбрали вы? Комфорт или красоту? Напишите в комментариях. Как я вам уже сказала, я образы заранее не продумывала, я просто решила походить по магазинам и выбрать одни образы, которые будут комфортные, то есть, к примеру, какой-то свитер и мамс джинсы с кроссовками под ту куртку, которая у нас такая типа облако. А в следующих магазинах мы выберем, допустим, какие-то более классические образы. Так, ну что, мы сейчас будем мерить наш образ. Я просто хотела с вами поделиться одной историей. Есть такая фишка, как подвешенный кофе называется. Я знаю, это не в тему о стиле, но все равно это будет интересно. Это когда вы приходите в кафе, допустим, и покупаете, просто платите за кофе человеку, который следующий будет покупать кофе. То есть, когда он подойдет к стойке бара, ему скажут, поздравляем, ваш кофе бесплатный. Я просто хотела сказать вам, делайте приятные и добрые вещи людям, и это вернется вам бумерангом. Вот, ну а мы поехали. В общем, в чем фишка? Вы, наверное, подумаете, Виолетта, ты что вообще, какой образ создала? Ты же типа женственная. У меня часто бывают такие моменты, что я понимаю, мне наиболее комфортно вот в таком образе. Хотя раньше, когда я его надевала, мне было жутко uncomfortable, как это говорится, да? Потому что я считала, что нужно же на всех встречах быть типа на каблуках, там, при параде. Но, как мне кажется, что вот сейчас этот образ, если стильно подобрать, то есть мам джинс, никогда их не понимала. Кроссовки вот эти, что это вообще? Виолетта, что с тобой? И куртка, она как будто бы этот, одеяло. Ну, по-моему, это идеальный, идеальный образ. Я думаю, что цены мы не будем называть, а просто будем показывать вам образа. Так, ну что, мы в Заре. И сейчас выберем какой-нибудь, наверное, более классический образ, потому что все-таки Зара предполагает классику. Поехали! Дошло! Три часа, я была где-то на ресницах. И это единственное время, когда я могу просто отключиться, потому что я не сижу в интернете, я не отвечаю людям, и я могу либо думать, либо слушать музыку, либо спать. И, в общем, меня накрыло волной. Знаешь, я лежу такая, меня раз накрывают, и я такая думаю, я сплю или нет? Ну, прикольное чувство. Если вот вы хотите отключиться от мира, сделайте себе ресницы, даже если вы парень. В принципе, тоже неплохо. Блин,
знаем, короче, мы реально не знаем, что выбрать, потому что у меня вообще мозг взрывается. Мы были сапоги, и сейчас ищем какую-нибудь юбку кожаную к ним, но сложно, я вам скажу, ну, попробуем. Девушка, может, вы нам подскажете? Это, наверное, слишком трэш. Поверим? Знаете, какую фишку поняла? То, что на самом деле вы сами можете устраивать себе такие эксперименты, потому что сейчас я хожу по магазину, и, честно, все, что я делаю, это просто набираю вещи. Вы можете попробовать то, что вы никогда не пробовали. То есть обычно мы ходим по магазинам и такие, так, ну я возьму джинсы, потому что как бы я знаю, что джинсы мне идут. Я возьму белые, там, водолазку, да, вот. Но сейчас мы хотим взять пиджак, который я вообще очень редко ношу, юбку, сапоги и водолазки. Вообще ненавижу водолазки. Мы возьмем и попробуем, и вам советую так же. But I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden. Добрый вечер, я диспетчер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, и, возможно, вы получите суперприз. Шапка не на шайка на барабане. Но на самом деле мы зашли в Бершку, а Бершка у нас это магазин больше такой молодежный, яркий, поэтому здесь мы выберем что-то супер-мега-яркое, и у нас взгляд сразу пал на вон ту прекрасную куртейку. Я не знаю, будем мы выбирать или нет, но сейчас будем выбирать что-то такое прям яркое, необычное. Пойдем со мной? Это похоже на Кельвин Клен, как будто бы написано. Как вы относитесь к вельвету? Типа мишка? Нет? Вообще не мой стайл. Что-то везде, кстати, этот леопардовый принт. Называется виолетта по стилю. Пришли сюда и вернулись сюда. В итоге мы решили, так как платье у нас еще не было в гардеробе, мы берем принт, который так везде бросается в глаза, и попробуем его как-то скомбинировать с пальто. Его, я думаю, можно и с кроссовками, и с большими ботинками, но мы подумаем, что лучше. Так, ну что, мы подобрали образ, и это то, что я бы точно не надела, потому что... Ну, я всегда насматривалась на эти куртки и думала, кто их носит. Она очень теплая, и, конечно, юбка кажется очень короткой на фоне этой куртки. Наверное, ее нужно было бы подлиннее, но если вот раскрыть, в принципе, да, смотрится очень прикольно. Также мы подобрали прозрачную сумочку, насколько я знаю, она также в тренде. Здесь у нас духи, Барби. Барби? Ну ладно, окей. Хвостик я тоже ношу редко, но мне кажется, к этому образу так лучше подходит. Только не живой. Он не живой. Так, ну что, подведем итог. В общем, это наш третий образ, и следующую работу уже будет выполнять стилист, который разберет все наши три образа, которые мы собрали, и скажет все свое недовольство, или, может быть, она скажет, что мы круто подобрали образы. Так что, если вам интересно, продолжайте смотреть, но мы пошли переодеваться, потому что все-таки как-то жарко. Ну, я себе хотела купить кофточку, поэтому